Фильм рекомендован к просмотру зрителям старше 16 лет. Всем привет, комрады, это канал Morgan Games, и мы продолжаем проходить хоррор Сома. Вот, мы сейчас, короче, открыли двери в складское помещение, кажется, да? Вот сюда. И открыли двери сюда, чтобы вырубить питание и подать энергию в центр связи. Давайте сперва пойдем сюда, посмотрим, что у нас тут. Так, тут есть выключатели. О! Красная кнопка. Никогда не нажимайте на красную кнопку, если только это не включение света. Иначе будет полный ППЦ. Полное выключение света. По всем параметрам. Тихо, что там. Кто там шумит-то? Хорош шумить. Шуметь. Так. Всякий мусор, всякий хлам. Пустая канистра. Как и моя башка. Так, ботинки. О, я хочу новые ботинки. Мои уже потные от страха. Так, 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 так. Ничего тут полезного нет. А вот тут, может, что-то есть полезное. Так. Краткое введение в CCRV-7. Черный ящик. Черный ящик – это прецизионный прибор для наблюдения за состоянием нашего организма. Он измеряет широкий диапазон показателей от температуры тела до мозговой активности. Эта информация постоянно передается НИУ, наблюдающей системы ПАТОСа-2, чтобы станция могла обеспечить вам подходящую рабочую обстановку. Устройство будет работать максимально эффективно, если вы последуете инструкции к автоинъектору. Только так вы сможете быть уверены, что имплантант используется правильно. Короче, сотрудники, видимо, имплантировали себе в шею, короче, какой-то черный ящик, какое-то устройство, чтобы, типа, оптимизировать свою работу и, как бы, им работалось легче. Бред. Оп, опа, я тоже себе должен вколоть черный ящик. Да откройся ты, бляха. О, все. А это что, мне на голову одеть? Или рыгать туда, если станет плохо? Так, что-то взять можно. Что это я взял? Не знаю, какая-то херня. А зачем это, спрашивается? Может, это и есть тот самый черный ящик? Какие-то значки всякие. Короче, мы ничего полезного здесь не узнали, кроме того, что у нас есть ножницы, которыми можно резать врагов. Кроме этого, мы не узнали там ничего, просто про черный ящик прочитали, что вот есть такая штука, как бы можете ее инъектировать себе, типа, и... Вот, сюда нам надо подать питание, да? И потом дернуть за рычаг. Но я черный ящик не хочу себе вкалывать. Пускай кто-то другой вкалывает, а я пока похожу с ножницами, так это угрожающе звучит, потому что у нас нету в этой игре оружия, вот хоть так будем ходить. Если кто-то придет, мы сразу так зачекрыжим. Так, можно нажать, держа в руке ножницы? Нельзя. Пока положим. Тихо, я тут опасный чувак, а ну стоять. Кто здесь? Никого. Надо тебя потыкать. Ладно, мать их так, эти ножницы. Прочитай это. Внимание, мы нагрузили систему до предела. Если вы дернете за этот рычаг, пути назад уже не будет. Делайте это только при крайней необходимости. А это крайняя необходимость? Ну да, наверное, я ж типа должен как бы попасть в центр связи. Привет! Это меня просто штырит уже. Что я сейчас сделал?
Нахрена это было делать? Вот что? А что теперь произошло? Ну пошли. Я вызвал эту херню сюда! Как она там прорвала дверь? О, пиздец. Надо быстро рычаг дергать или не надо? Значит, сюда будет идти. Конечно будет, конечно, мать его, будет сюда идти. Я теперь там не поверну рычаг, потому что она пришла и будет мешать. Давайте в шкаф спрячусь, как в Outlast. Нет, нельзя прятаться в шкаф. Ну, скотина. Мне нужно в центр связи, собака. А ты мне мешаешь туда попасть. Куда она пойдет сейчас? Если сюда, то это трандец. Это все, я тут не спрячусь уже, все. Мне будет... медленная и уверенная хана. О, нету, все отлично. Пошли, пошли, пошли. Сейчас дерну за питание и тебе хана, надеюсь, или нет. Короче, эти твари трогать нельзя, потому что они вызывают папашу своего. Большого папочку, как в этом, как в Биошоке. Я вырубил же, да? По идее, вырубил. Ты там только Карла не трожь, сука. А то ты можешь. Спокуха. Очешуеть. Оу! Шу! Нас зам... Мы живы? Как мы живы? Нас почти убили, короче. Надо было не кидать. Я хотел просто внимание отвлечь. Слушай, вали-ка отсюда. Туда сходи, прогуляйся. Иди, иди, иди. Карл, ты живой там, бляха-муха. По-моему, Карлу хана. Ну я не виноват, но мне надо было попасть сюда. Скорей, скорей, скорей за рычаг, блядь, дергай. Дергай за гребаный рычаг. А почему не дергается? Что, блин, как мне с мышкой-то управляться? Ну что за чертовщина? Что, мать его, за чертовщина тут происходит? Куда ты идешь? Иди к Карлу, там проведай его. Заходи, скотина, заходи. Ой, ёпта. Так, мы центр связи вырубили. Сейчас главное за рычаг дернуть и валить. Иди туда, иди туда. Молодец, молодец, иди туда. Быстро сваливай на бок! Давай, закрывай, закрывай! Закрывай! Отлично, хорошо. Но Карла жалко, сука. Бедный Карл, Карл умер. Обнаружены испорченные данные. Восстановить файлы? Конечно, восстанавливай давай. Нехер портить данные. Кто их портил? Данные частично восстановлены. А что значит частично? Давай полностью. Воспроизведение аудио. Йонси, как там эвакуация? Все собрали, к выходу готовы, но оставлять электростанцию без присмотра нельзя. Адамс решил оставить Эми Азара и Карла Сэмкина, чтобы те выполняли автоматизацию. То-то они, небось, рады.
Я просто сообщить хотела, что все по графику. Завтра еще поговорим. Хорошо, передам все, Волчик. Короче, Волчик тут самое главное, что ли? Йонси, славное утро для эвакуации, да? Сойдет. Я хотела представить тебе Эми и Карла. Когда я отправлюсь на Тету, на связи будут они. Поздоровайтесь. Привет, Тета. Привет. Привет, ребята, я Питер Страсский, диспетчер на Тете. Если смогу вам чем-то помочь, не дайте мне знать. Вот и все, пожалуй, скоро увидимся, когда прибудем. Хорошо, Йонси, удачи тебе. Так. Эй, алло, ты это? Эпсилон, в чем дело? Нам нужна прямая связь с Хизер, то есть инженером по обслуживанию Волчек. Прямую связь установить почти невозможно. Ретрансляторы Лумар сейчас практически не работают. Можно отправить сообщение через центр связи, и я, если что, здесь практически всегда могу передать вручную. Понимаю, система хреновая, но вот так вот сейчас. Ладно, пока что справимся, до связи. Алло, Питер, да? Я тут, в чем дело? Мы уходим. Я хотел передать, что сегодня буду закрывать центр связи, так что больше мы на связь с вами не выйдем. Если через пару часов нас не будет, высылайте кавалерию. Подождите, что происходит-то? План прежний остался? Да, мы идем к шаттлу и едем на нем прямо до Теты. Ладно, понял, соберу людей для торжественной встречи. Рад это слышать. А это что? Ничего. Тут снова кто-то мочится. На, типа, мочитесь на вот эту штуку. Оно сквозь нее проходит. А чё вы так не сделали физику получше? Куполообразный потолок. Она, это комната. А мне сказали, что меня тут будут ждать. А чё меня тут никто не ждет? Охренеть. Совсем, что ли, долбанулись? Я не понимаю, зачем вот трогать эти херни? Это же, видимо, ни к чему хорошему не приводит. Нифига себе. Северная Америка, Атлантический океан, Европа, Африка. Разные станции. Нью-Йорк. Статус отключен. Последний контакт 10 января 2103 года. Нихера себе год. Сообщение. Йонси, офицер за... Ой, о, офицер. Какой офицер? Йонси, офис закрывается и всех эвакуируют. От имени всех работников хочу сказать, что для нас была большая честь работать с вами и Эпсилоном. Удачи вам в надвигающемся апокалипсисе, Бен. О, апокалипсисе, тут чё? А реально, смотрите, по-моему, Северная Америка какая-то не такая, да? Как-то тут все не так. Африка какая-то тоже не такая. Европа вообще маленькая, почему так? Что тут вообще происходит, не знаю. Может реально, типа, земля похерилась и... Все теперь под водой, типа, станции для жизни себе оборудовали. Хрен знает. Лиссабон. Статус отключен. Последний контакт. Короче, не будем читать сообщение. Очередной доклад по оборонительным мерам. Последние усилия мирового сообщества по предотвращению столкновения потерпели неудачу. ФАТОС-2 должен предпринять все меры для того, чтобы справиться с землетрясением, которое неизбежно последует после удара. Примерное время столкновения 05.13. Лисс. Ну да, реально, видимо, что-то на землю... Долбануло, короче, какой-то метеорит, астероид, короче, и после этого такое произошло. Лондон отключен. Сообщение, дорогая Вигдис и Йонс Датир. Я с печалью вынужден уведомить вас, что наш офис закрывается и больше не может поддерживать работу Эпсилона и Патоса-2. Хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить вас, вашего начальника Джейн Адамс и весь остальной коллектив. У вас потрясающая группа, и я уверен, что там, где потерпели неудачу мы, вы продолжите наше дело, не страшаясь трудностей. Искренне ваш директор системы Джеймс Блу. И последнее. Кадис, вспомогательный, отключен. Сообщение. Йонси, я знаю, что у вас гораздо больше шансов выжить, но зато у нас не став в первом ряду. Салют. Салют. Тебе тоже салют. Так, кнопка. Я пока не буду нажимать, пока все не посмотрю. Ничего тут, ничего. Я не знаю, стоит ли нам сейчас это делать, но попробуем. Ха, он не пройдет здесь. Он тут не пробьется. Все, пока-пока. Я, короче, что-то там сделал, короче, видимо, раздраконил его. Не знаю, зачем вот на такие штуки клацать, но это весело. Так, ладно. Связь с Лумар прервана, требуется ввод данных вручную.
Нихера себе, как я их веду. Я же не знаю нихера. Лумар. Подожди. Чё вводить его, хрен его знает. А ну стопэ. Нью-Йорк, Лисбон, Лиссабон, короче, Лондон и Кадис. Нью-Йорк, Лиссабон, Лондон, Кадис. А тут такого нету, тут только эпсилон, тета, лямбда. Хрен его знает, давайте вводить, что попало. 2201. Связи нет, 2202. О! Лови сигнал, скотина! О! Подключили. Ты это, связь устанавливается. Здесь есть кое-что получше, вот. И что, и все? Чё, обалдели? Что я должен делать тогда? Куда ты? Назад. Ладно, давайте лямбду вызывать. 2203. Эй, вы там? Я нашел купол. А, так-то лучше. Вы Саймон, да? Джаред, Саймон Джаред. Здравствуйте, я Кэтрин. Вы уже разобрали, что происходит? Я? Я надеялся, вы мне поможете. Можете, смогу. Что вы хотите знать? Я дам много чего. В смысле, где это я? Как я сюда попал? Почему тут роботы говорят, как люди? Ну, вы, очевидно, на Эпсилоне. Вы там раньше были? Где вы работали? В Гримуаре, город Торонто. Это так важно? Нет, на Патосе 2 вы где работали? Я не знаю, что это такое. Неожиданно. Вы прибыли сразу из Торонто? Да, все было очень неожиданно. Вы людей видели? Персонал, техников? Только роботов, сумасшедших. Это все очень странно. Мягко говоря. Что это было, эй? Что? Что происходит? Тут, кажется, все скоро рухнет. Что мне делать? Саймон, вам нужно на лямбду. А как туда попасть? Все станции соединяют сеть шаттлов. Найдите шаттл и приезжайте, я буду ждать. Шикарно. Охренеть, что дальше? Черт, куда мне? Что делать? Твою мать, нахер! Чё, мы затонули, что ли? Оу, мы под водой, короче, охренеть. И куда нам выбраться, как выбраться? Что, какого черта? Как такое возможно? Это же... Это безумие! Нихера себе, реально безумие, что делать? Тут все затоплено, да? Хорошо, нам надо, видимо, выплывать отсюда нахрен. Туда, вверх туда. Давай. Так, отлично.
Хорошие водные процедуры, ничего не скажешь. А мы только... Мы ходим, мы плавать вверх не можем, мы только ходим. По всей видимости, ну отлично. Лямбда, надо найти шаттл на Лямбду. Да надо, где его найти? Какие-то фонарики понаставляли. Зачем? Блин, ну охренеть. Главное, самое главное, что нам пока хватает кислорода. Тут нету такого полоски кислорода, что постепенно убывает. Ух ты, охренеть. Рыбы. Куда я херачу? Это что такое? Что-то непонятное. А! Пофигу на него. Пошли отсюда куда-нибудь. Поплыли, вернее. Вот хоть поплаваешь, Саймон. А то все время в магазине в своем сидишь, торгуешь книгами и ничего больше света белого не видишь. А тут смотри, сколько тебе. И океан прям атлантический, походу. Всякие водоросли, он подводная живность, короче, все, что надо. Так что плыви, Саймон, плыви и не выделывайся. Правда, я не знаю, может шаттл там уже остался, где-то позади, а мы его не нашли и плывем пешком. Было бы прикольно. О, что-то тут есть. Да это отвечайте, отвечайте мне, Страски, ну же! Эми, ты где? В полях, мне пришлось уйти. А Карл с тобой? Все пошло к чертям. Подожди, ты подачу энергии автоматизировала? Тесс в безопасности? Нам нужна энергия, чтобы станции работали. Да в жопу энергию, иди в жопу, Страски! Машины убили Карла! Ох, черт, ладно, успокойся, все будет нормально. Ты можешь вернуться на Тету? Думаю, да, пойду к шаттлу вспомогающему. Удачи, Эми, держу кулаки. Держишь ты, блядь, свой член держать не в состоянии. Раз тут натворили такого, скоты. А куда вот это я плыву сейчас? Тут ничего не видно. А, не, всякие фонарики есть. Что-то загорается постоянно. Шаттла я не вижу вообще ни в дупля. Тут не отстреляю сейчас. Так. Иду пешака. Ну и ладно. Мне нужен структурный гель. Мысли путаются. Ты робот говорит, что ли? Твою мать, откуда ж такая жажда? Пересохло все. А они питаются этим гелем. Чувак, привет. Ты шаттл? Кто это делает? Зачем ты меня к этому принуждаешь? Я не принуждаю тебя, чувак. Я вообще тут ни при чем, понимаешь? Давай сюда. Что сюда? Куда сюда? Сколько это уже длится? Короче, что, они их трогать нельзя лучше, да? Я думал поговорить с тобой, думал ты мирный, как Карл. Здесь должен где-то быть гель. Геля полно там, он, приди назад, блядь, там течет по стенам просто. Все ушли. Куда ушли? А это что такое? На шаттл не похоже. Значит, не шаттл. Похоже на две мирскую постройку из этого, из Скайрима. В две мирских руинах. Кто был, тот знает. А кто не был, тот однажды побудет. А кто не побудет, тот побудет как-нибудь вместе со мной, когда я запущу на канал Скайрим. Так, надо как-нибудь идти некуда. Мне тоже, чувак, некуда идти, понимаешь? Надо тебя обойти только как-нибудь. Куда все делись? Не знаю. Я тоже этим вопросом задаюсь. И понять не могу. Так, ладно, доплываем до фонаря, и на сегодня тогда уже все.
Вот, тут еще чувствую, нам искать и искать этот шаттл. Хотя вот там что-то уже зеленое светится, но об этом мы узнаем уже в следующей серии, потому у нас в описании внизу под видео есть все необходимые ссылки. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх, кому понравилось. Всем до новых встреч, до новых сомов. Надеюсь, нас тут не поглотит большой и страшный усатый сом. Всем пока, всем удачи.